Снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня, ребята, мы вновь вернемся к нашей потрясающей Рич за Кор. Ребята, в предыдущей серии мы стоялись о том, что мы дошли уже до 84-го дня, вот до 89-го я уже вне серии дошел, немножко минералов собрал, и также открыли новые всякие генераторы, турбины эти, батарейки новые, но пока что их, к сожалению, прикупить не могу, по той причине, что они стоят нового ресурса, который пока что я еще не находил, поэтому надеюсь, что сегодня у нас уже это более-менее получится. Ну ладно, сейчас какой-нибудь апгрейд сделал, у меня все-таки 41 тысяча минералов. Я думаю, что все-таки дальше буду двигатель прокачивать, поэтому сейчас мы ими займемся. Единственное, что вот теперь только я на этом и остановлюсь, больше его прокачать не смогу, потому что дальше требуется красный гем, который я еще ни разу не встречал пока что, кроме того, что мне дали за, по-моему, за то, что я достиг 700 метров вроде как. Так, давайте еще какой-нибудь апгрейд возьмем. Мне сейчас очень нужна прочность, поэтому я, наверное, буду в прочность уходить, так как здоровья на самой глубине мне не сильно хватает. Батарея вроде уже более-менее справляется, поэтому думаю, что она будет прокачать хпшку. Ну и тем временем, ребята, если вам нравится Рич за Кор, не забывайте поддерживать его лойсами, так как чем больше лойсов, тем больше серий по Рич за Кор будет выходить и дальше. Каждый день, по крайней мере, по ролику будет точно выходить, если наберется 3000 лайков. Если будет прям вообще дофига-дофига лайков, то, может быть, что-нибудь еще интересного придумаем. Так, ну ладно, пока что поехали, будем собирать все, что можно, как можно больше денег желательно собрать. Я особо никуда прямо торопиться, наверное, не буду к самому днищу, а постараюсь, наконец, собрать денежку, да, потому что денежка сейчас наиболее мне важная, так как я очень хочу добраться до этого чертова ада, до которого все никак не получается нормально добраться. Я буквально там на 10 метров в него захожу и дальше уже получаю таких людей, что все становится тщетно. Ну, на этот раз я уже, конечно, дойду, скорее всего, потому что апгрейды у нас весьма неплохие, мощность двигателя также прокачана, поэтому и скорость неплохая должна быть, потому что мы там уже будем нормально буриться. И также в целом хпшки хватает, также остальные апгрейды у нас есть. Все, батарейки и жизни должно хватать, чтобы добраться до дна, но, к сожалению, там будет все равно все-таки очень даже неприятно нам. Так, очень хочется, конечно, красных гемов найти, но красные гемы что-то как-то не хотят меня находить. Но, видимо, они только в лаве будут, мне просто сначала казалось, что, возможно, в этой зоне не будут делать синенькие гемы, просто очень редкие. Но, видимо, нет, поэтому, скорее всего, именно они там, на красном этом уровне, на лаве, если не глубже еще, не знаю. Посмотрим. Так, я могу, по идее, сейчас Afterburner выжить и отправиться в самые глубины, и довольно далеко, кстати. Так, вот эти штуки нельзя задевать, как я понял. И вот здесь такая вот есть... вот такое существо, которое я уже не первый раз его встречаю, и убить его просто нереально. Походу, оно всегда меня атакует или что-то в этом духе. В общем, я не знаю, что это за тварь такая, но очень хотелось бы ее победить, потому что она не дает спокойно жить мне. Так, ну ладно, я уже ее встречаю. В не серии до сюда докопался, такой, да, вот она, страшила такая. Так, я не знаю, резистанс пока прокачать. Резистанс вообще почти ничего не стоит, поэтому до максимума можем апнуть также максимум мощности нашего бура. И дальше уже только термальную защиту поднимать и сам корпус тоже улучшать. Корпус у меня вообще практически не прокачанный, на максимум прокачан только сам бур. Ну, пока что, наверное, я не буду стоять себе целью добираться прямо до самого ада, потому что мне не хватает апгрейдов все-таки. Я добуриваюсь до самой глубины, но все равно этого не хватает, чтобы нормально сразу. Ух ты, сколько здесь очков технологии можно было получить, если бы я был очень-очень быстро, очень-очень поворотливый, вот так лучше сказать. Так, а то разворачиваюсь все равно один фиг медленно, хотя ловкость прокачал не слабо. У нашего бура, блин, ловкость у бура, это так забавно звучит на самом деле. Ну окей. Еще бы было бы смешно, если бы ее как, это, как РПГшку какую-нибудь с атрибутами, знаете, сила, ловкость, там, интеллект. Так. Ну, с резистансом, кстати, резистансом чуть повеселее вроде едет наш бур. Чуть менее замедляется на раскопочках всяких, что довольно приятно. Так, ну что, где все бабосики? Мне надо больше бабосиков. За один заход надо по-любому 10 тысяч делать, поэтому сейчас я буду всю розовую зону атаковать по полной программе. Потому что там наиболее большую сумму можно наварить. Ну и при этом буду сшибать вот этих всех чуваков, чтобы открыть побольше технологий, так как технологии это тоже апгрейд, это тоже новые всякие интересные штуковины. Так, синенький гем брать пока не буду, не хочу сильно опускаться вниз, поэтому буду как-то вот так вот кататься. Все равно синих гемов у меня пока хватает, я как-то по этому поводу особо не переживаю. Ладно, чуть глубже опущусь. Так. Ну и как обычно меня все миновать решило, да? Все ништяки решили где-то оказаться еще глубже. Ай, эти законы подлости, а? Так, ладно, окей, давайте в обратную сторону попробуем. Может быть, там я что-нибудь найду. Где все сокровища-то? Че я сюда приехал, а здесь ничего нет? Это что такое? Это как называется-то? Игра, не жопь давай деньги. Мне надо срочно прокачиваться. Я очень хочу дойти до самого дна и узнать, что же там в итоге находится. Так, батарейку не буду качать, да, дальше...
буду чисто буром, наверное, заниматься, либо корпусом. Хотя давайте, наверное, корпус прокачаем. Мне вот еще интересно вижен прокачать, чтобы нормально видеть. Но ладно, пока что займусь прочностью вижен. Ладно, окей, вижен прокачаю. Посмотрю, насколько сильно изменится сразу мой обзор после первых апгрейдов вижена. Ну, кстати, чувствуется, да, неплохо так по обзору. Особенно удобно, когда меня будут тараканы пробивать, которые убирают мое поле зрения. Тогда уже, наверное, самое приятное. Что я буду хоть что-то видеть после этого, а то обычно нифига это не вижу. О, я даже вообще вот на этом уровне вообще никак не замедляюсь, уничтожая всяческие объекты. Это прикольно. Так, ну что, до золота мы уже добрались. Ну, мне вот эти золото и все в этом духе, этот уровень вообще не особо не интересует, потому что на нем денег практически и нет. Поэтому давайте по-быстренькому доберемся как можно глубже. Так, можно, конечно, прошибать вот эти пока. Я их сразу буду ломать, и все-таки лучше их сразу же фармить, потому что это халявные очки улучшения. Получается то, что я просто снес блок. Поэтому их лучше не пропускать. Ну, вот зелененький гем возьмем. Ускорение не взял каким-то образом, ну ладно. Ничего страшного, мы и без него неплохо справимся. Так, зелененький гем заберем. Хотя уже апгрейдов на зеленый гемов, по-моему, практически и нет. Хотя, наверное, сейчас бур буду докачивать, что-нибудь у меня наверняка появится. Так, все, начало мне теперь трепать уже термальной атакой, ну ничего страшного. О, ну слушайте, да, реально, мне вмазал таракан, который урезает мое поле зрения, и в принципе я что-то еще вижу. До этого я вообще ничего не видел. Буквально только перед собой что-то, перед своим носом бы что-то видел, и все. Так, ну чё, где? Почему так мало минералов-то, ё-моё? О, вот неплохая такая кучка, вот это можно собрать. Это неплохо, это приятно. Блин, там еще внизу была неплохая кучка, но я до нее не дотянусь. Так, ну ладно, 600 поинтов. Вот, блин, вот как хочется развернуться вокруг. Я-то столько нафармил денег, но, к сожалению, только вниз можно опускаться. В любом случае, вверх никак буриться нельзя в этой игре. И это довольно грустно, на самом деле. Хотелось бы, вот некоторые моменты очень хочется повернуть. А в другую сторону, вот, неплохо, неплохо. Блин, там куча этих гемов, не гемов, вот эта штука, и она взрывается вроде как я понял. Так, таракашки, наверное, от них надо уворачиваться или что-то в таком духе, я не знаю. Попробую вернуться, если это реально. Так, но она очень близко до меня добралась, и я уже умер. К сожалению, прочности моей все еще не хватает, поэтому надо еще, думаю, сильнее прокачаться. Надо термальную защиту, потому что меня в основном там пинает уже термальной атакой. Поэтому давайте-ка термозащиту прокачаем. Так, насколько я могу, 30 тысяч термозащиты сюда, а дальше уже апгрейд чего стоит, а также не очень дорого стоит, также сюда можно накинуть, все, погнали. Сейчас будем по максимуму термозащиты еще прокачивать, тогда я думаю, что я все-таки на этой глубине смогу справиться. Так, ладно, подускоряемся в самом начале. В самом начале просто жутко скучно, тут никаких особо интересных вещей нет, хотя бы уже с бронзы, начиная с меди, я здесь могу уже что-то нафармить, тем более здесь побольше появляется пришельцев, и с них я могу тоже технологии прокачивать, это хорошо. Так... Вот тебе на, оп, еще апгрейдик подъехал. Интересно, сейчас бы, конечно, взорваться было на мини, чтобы посмотреть, сколько потратится мне здоровья по итогу. И насколько это сильно будет заметно вообще. Там максимум, по-моему, 1005 может мины снести, если прямо перед ней взорваться. Насколько я помню. Ну ладно, проверять не буду, лучше уж поглубже опущусь, там и убеждусь, насколько там все сурово. Так, о, скорость, 2800. Ну, слушайте, почти не потрепало. Так. Ну да, слушайте, нормально защита поднялась. Ощутимо, скажем так. До этого даже такой взрыв все равно большой кусок от меня отрезал. Так что довольно приятно. Так, тихо. Ой-ой-ой, вот это. О, красоту взял-то какую. Две розовые огромные жилки. Это прям круто, когда так получается. Блин, сейчас камень веду. Да, здоровье, конечно, отбавляется неистово. Надо максимально уворачиваться от всего, чего можно. Я тот еще... криворук, рукожоп и тому подобное, поэтому умудряюсь все собирать. Хотя, на самом деле, даже не стараюсь, я больше деньги фармлю. Мне хочется просто очень сильно прокачаться, дальше уже без проблем особо ползать по всем этим глубинам морским. Так, о, еще, ну слушайте, 10 тысяч на этот раз я подниму, нормально. Вот какие-то вещи пошли, и это здорово. А то обычно нифига нет. Вот сколько раз мы катались, толком я ничего не встречал по... минералом. Так, вот это. О, вот это красота. Вот это хорошие вещи. Чего-то не всегда не попадается. Так, ой-ой-ой, стена. Это камни. Так, ну-ка, сколько мне по 1000 здесь трепает. Ёдрён ты батон. Как же больно. Так, ладно. Я хочу добраться достаточно глубоко, поэтому сейчас попробую весь Afterburner выжить. И насколько я смогу добраться глубоко... Оу, я почти добрался до другого слоя. Там какая-то уже пена была. Или что это такое? Какой-то песочек, что-то типа того, не знаю, непонятное чего-то, но ладно, окей, мы добрались, и это круто.
А, 20 тысяч поднял, нифига себе, я за один заход сделал, ё-моё. Так, оп-оп-оп, и все закончились. Я сейчас по термалке по полной пройдусь, и будет все круто. Так, ну давайте Vision возьму, чтобы что-нибудь в конце концов что-нибудь под конец забрать себе. Кстати, Afterburner неплохо накопить наш турбину до самого конца, там получается довольно прикольно. То, что я могу резко выжить и добраться до 800 метров. Единственное, у меня есть задание, по-моему, там за 2 минуты добраться до самой глубины, и типа для меня что-то вроде откроется. Не помню, какое улучшение, но в любом случае это будет требовать эту энергию, и энергии у меня это не особо. Еще интересно, можно ли убить этого таракана, который ползает за мной, и это вот мне очень-очень любопытно. В какой-то момент, по идее, можно развернуться, но он все равно стоит в такой зоне, в которой, скорее всего, я в него не попаду. Тем более, этот черт еще двигается, поэтому все усложняется еще больше. Ну ладно. Посмотрим. Со временем-то все равно я узнаю ответ на этот вопрос. Убью его или не убью. Вообще посмотрим. Ну или в комментариях кто-нибудь советует. Как обычно. Хотя я вижу комментарий уже какой-нибудь похожий на спойлеры. Сразу же его игнорируем, чтобы поинтереснее было играть все-таки. То есть все на спойлерят, потом что интересного играть. Потому что если ты все знаешь, самое то, что у тебя будет в будущем. Так, очень неплохо, неплохо идем. О, вообще шикарное жило, смотрите, сколько всего. О, вот это здорово. Так, тихо, блин, тараканы чертовы. Ну, по термалке вообще ни капли не повредил у себя термальную защиту вообще. Это здорово. Так, ну, я за деньгами иду, поэтому я тут не буду особо на дно опускаться. Прям сильно. Так, ну, пока что, конечно, по деньгам вообще ничего нет. Поэтому приходится уже и опускаться. Так, ну чё, давай, ес, неплохо. Так, 12 тысяч у нас уже есть, еще бы чё-нибудь, еще подгон какой-нибудь хочу. Так, ну блин, все уже до лавы сейчас доберусь и начнется. Красный гем, ура, у меня есть красный гем, блин, только не тараканы, отстаньте от меня. Чёртовы тараканы, быстрее выжимай, гони по полной, нужно свалить от этого таракана. Это вообще нереально, на самом деле, мне кажется, от него свалить, но я бы очень хотел этого сделать. Давай, я почти побил свой рекорд, новая локация, что это за синенькие штучки. А, вот где эта энергия находится, вот она, я ее соберу. H5 Hornet открыл новый корпус, неплохо. Так, ультимейт. В общем, корпус самый крутой и еще новый двигатель. Ура, я начал эти штуки открывать, у меня они уже есть. Я могу купить себе H5 Hornet. Ё-моё. О, ничего, он огромный. Офигеть, дестройер. Я теряю меньше скорости, если уничтожаю объекты. А чё, все апгрейды это стоят? Да вы издеваетесь. Пока что придется на старом корпусе кататься. 50 тысяч защиты, хотя 150 тысяч защиты. Слушайте, а нет, он гораздо лучше. Я думал, что мои прокачки гораздо интереснее. Не, этот корпус офигенный. Так... Просто 10 из 10, вот этого я супер рад. Так, а новый двигатель пока не могу купить, да? Ну и ладно, я купил просто офигенный корпус. Просто он выглядит фантастически. Посмотрите на этого монстра просто. Воу, какой он крутой. Посмотрите, с предыдущим корпусом просто фантастика. Так, ладно, я теперь буду стараться максимально насобирать больше Afterburner'ов, чтобы добраться до этого, до самого ядра, если это можно назвать ядром, не знаю, в эту пену, короче говоря, залезть, чтобы там уже подфармить неплохо по ресурсам. Этим самым. Не знаю, конечно, как это ресурс называется, но, в общем, вы меня поняли. По-моему, я за достижение получил еще десяточку этих, когда корпус не открыли, поэтому... Так и получилось клево. Так, что я Afterburner'ы трачу? Хотя я тоже хп не сильно хочу потратить, поэтому и уворачиваюсь. Так, нет, таракашки, отстаньте от меня. Но этот корпус радует, что этот корпус может до максимума прокачать, потому что дальше корпуса вроде как и нет. Так, ну, 4900 меня не ранят на этом корпусе уже. Так, сейчас главное только добираться до дна, чтобы собирать, говорю, эти ресурсики. Ну, хп улетает просто капец как быстро. Очень мне не нравится, что у меня жизни улетают. Мне побольше хпшки лучше сохранить, и было бы просто супер. Ну, ладно. Деньги тоже важно, поэтому я про деньги не буду забывать. Все-таки про апгрейды нам будут нужны в любом случае, в любом вопросе нам нужны будут апгрейды. Так. Ну что? О, еще. Неплохо. Хоть что-то в руки идет. Само. А то приходится рулить туда-сюда, что-то там придумывать. Так. Еще бы апгрейд, конечно, вот этот, который
Если я буду врезаться, то меня не будет замедлять вообще. Это было бы просто нереально круто. Но пока что тяжеловато. Нет, не хочу. Так, не тараканов только, все. Валим, 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 валим отсюда. Нельзя, чтобы меня тараканы долбили эти. Так, нас скорее... Блин, хпшка. Ай, ничего взять не могу. Хоть гем, давай возьму красный. Так, хоть что-то я успел набрать, но я не успею добраться до глубины, мне кажется. Мне сейчас кто-то расфигачит. Это таракан, который за мной увязался, еще и лазером прожаривают. Просто обалдели эти чуваки. Так, что мне дадут? 10 технологий? Ну, такое себе. А, так, что бы взять-то такого, чтобы меня не убивало-то уже, а? Пока что ничего, блин, такого взять-то прямо и не могу. Ну, давайте это все докачаем до максимума. Наш генератор, да, можно прокачать. Что еще можно прокачать, чтобы меня не убивало? Так, радар, вижен, энергия, пауэрбустер, термобустер. Так, пауэрбустер это хп дает, да? А нет, это мощь бурения. Так, энергетический щит, это у нас щит просто. И это у нас термальная. Может, мощь двигателя попробовать прокачать? Давайте еще соточку добавим, может быть, будет гораздо проще. Чисто попробую, возможно, я буду супер неповоротливый, но, может быть, это как-то будет... Как-то облегчит все-таки мне мою задачу. Посмотрим. Так, или, может, на полную выжечь сразу Afterburner. Давайте попробуем выжечь сразу его. Чтобы побыстрее опуститься, может быть, это как-то мне поможет. Хотя чувство такое, что на самом деле лучше под конец его оставлять, но чисто так попробуем. Тест небольшой, тест проведем. Так, ну и ресурсики прям в руку лезут. Это удобно. Так, здесь пока не буду, наверное, хотя нет, сразу использую. Так, тараканов надо не трогать. Все, нифига себе скорость быстрая. Ууу, я так бурюсь жестко. Нормально. Так, давайте еще ускорялку. Ты-ты-ты-ты-ты. Мне всегда такую огромную скорость. Я вообще балдел. Так. Ну, по крайней мере, про термалку я не беспокоюсь. Теперь у меня больше вопрос к тому, что хватит ли мне энергии. Это я больше всего переживаю. Так, ну я очень неповоротливый стал, это довольно грустно. Но зато у меня теперь больше мощности и заметно быстрее копаюсь. За счет этого. Думаю, что вы тоже обратили внимание, что я могу спокойно, более спокойно уже здесь пробираться. Так, два Afterburner взяли, все, сейчас начнется тараканье. Нифига, как я легко здесь бурюсь! Я будто вообще не чувствую теперь эту землю. Так, отставить меня таракан, переросток, блин. Где мой Afterburner? Блин, не в камне только. Так, не трогайте меня, дайте мне залезть в это масло. Так, я вижу, вижу энергию, вот она, вот вся энергия красивая. Давай еще, 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 там какой-то робот или что, это бур сломанный, надо было, наверное, к нему ползти. Наверняка у него что-то было. Так, ну ладно, я, в принципе, неплохо зашел. Так, и могу сделать себе какой-нибудь уже апгрейд Destroyer. Destroyer позволяет мне проходить через объект на 10% каждый уровень, да? Так, ловкость, здоровье пока прокачать не могу. Я лучше на новый бур хочу накопить, поэтому сейчас будем мы им заниматься. Ну, вообще, эту серию, я думаю, мы, ребята, закончим. Это уже довольно-то большая получилась. Надеюсь, она вам понравилась. Если понравилось, ставьте лайки. В следующей серии пройдем игрушку уже еще дальше и купим себе уже вещички уровня 5-го, там, 4-го, в общем, которые требуют эту вот самую энергию. На этом все, ребята. Всем удачи, всем пока. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, зайти в описание, подписаться на мой ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм, стрим-канал. На этом все.